Теплая погода, установившаяся в Братске, продержится вплоть до конца следующей недели. Такой прогноз делают синоптики. В ближайшие выходные в городе будет хоть и облачно, но относительно жарко. Днем столбик термометра будет подниматься до 23-25 градусов выше нуля. В воскресенье над городом может пройти небольшой дождь. Примерно такая же теплая и облачная погода продержится в Братске до будущей пятницы. Только на конец следующей недели синоптики прогнозируют дожди и понижение дневной температуры.